Друзья, привет! Вот очередное видео по нашему трактору. Установили на него ковш, подняли. Высота приличная. Юра, ты зайди за него, так руку подними. Ну да, высота хорошая. В общем, управление перенесли сейчас, как мы и говорили, наклонили сюда. В общем, удобно очень. Сидеть, кресло разворачивается. Вот один болт. Таскиваем, крутится. Кресло у нас с амортизатором. В общем, скорость здесь включена. Кто-то спрашивал, для чего коробка. Коробка стоит для выбора режимов. Можно на первой скорости работать потихоньку. Можно включить пятую и работать быстро. Писателям всяким скажу, приборы видны хорошо. Находятся они на уровне рычага в автомобиле УАЗ, если вы знаете, приборы находятся в этом же уровне. Единственное, здесь стоит магнитола выше. Телевизор сделан для того, чтобы его смотреть. У нас он тоже тут стоит для этого. Что касается труб. Трубы вниз делать мы не будем, потому что это чревато угаром. Если вы застрянете где-то в луже, в болоте, создается подушка из углекислого газа и отработанных газов. Вы постепенно задыхаетесь. Здесь трубы были длиннее. Мы их укоротили, поскольку он не входил у нас в будку. Мы его перевозили. Вот. Сделали так, чтобы самая наивысшая точка была пока. Это вот это сиденье. Кто говорит, что дует там в лицо, нюхать. Ну, для таких людей мы можем подарить противогаз. А на самом деле вы же не ездили. Вот видите уровень где? Уровень примерно пупка, если вы сидите на кресле. И здесь отсекается дым, и он дальше не идет. Вы его не чувствуете, когда работаете. Тем более, когда вы работаете спиной. Кун у нас быстросъемный, самосъемный. Также есть лапки. Вытаскиваем два пальца. Он регулируется по высоте. Поставили, пока не подключили, вот такие дорогие злые фары, линзы, как у Lexus. Смотрится он нормально. Он у нас на подшипниках. Давайте попробуем опустить. Так, этот у нас ковш. Вот стрелу сейчас попробуем опустить. Как она? Все, опустили. Вот он смотрится вот так. То есть грузить можно даже, мне кажется, еврик. Высокий подъем получился. Ставили двоих мужиков. Свободно поднимает. Я думаю, и трех поднимет. Грузоподъемность у него, конечно, небольшая, но я думаю, килограмм 350 он поднимет смело. Вот, поэтому техника универсальная. Кто-то пишет, не понимаем для чего. Я же вам писал и снимал в прошлом видео, что идея такая, что техника это для различных как бы задач. Ездить на охоту, ездить в лес по дрова, за какими-то там, не знаю, за сеном, на покосе, копать, пахать и так далее. И как вездеход использовать. То есть, эта техника универсальная. Вот мы на него сейчас поставили ковш, и выглядит он вот так. Давайте сейчас попробуем заведу, покажу, как он поднимает, опускает. Здесь очень удобно, на самом деле.
здесь мы потом установим кнопки, сигнал, свет, тумблер и так далее. Очень удобно, вот, понимаем. Вот другим рычагом. Вот работает. Вполне удобно. Зажигатель вот такой. Техника еще холодная. Мы здесь управляем газ. Вот сейчас покажу как. То есть, ну видно, очень удобно. На самом деле. Кто-то говорил, блин, видите, как светит? Видно? Он вообще сюда не попадает, даже если вы едете. Когда едете, он проходит в районе пояса. Смотрится он вот так. Фары пока не подключили. Вообще им занимаемся здесь по мере возможности. Шланги тоже уберем аккуратно, там стоят. Видно, крепление, железки будут. В общем, вот так вот он смотрится. Цена у нас стоит на дроме, она не изменится, потому что мы заложили на самом деле себестоимость этой техники. Это прототип, вышел очень дорого, но продавать мы будем именно по себестоимости. Поэтому наши вещи покупать выгодно. Потому что данный аппарат данного тягового класса, допустим, погрузчик китайский, стоит больше миллиона. Поэтому, кому интересно, звоните, пишите. В общем, посмотрим. Вот прижал я его. Ну, смотрится, в принципе, нормально, да? Он, ребят, спрашивают, им нравится. Мне как бы тоже. Стрела, монострела, очень крепкая. Очень крепкая, прочная. Как мини-мастер наподобие мы делаем. Только здесь два цилиндра стоят. И здесь два цилиндра. Ну, в общем, вот такой вот аппарат получился. Он будет в единичном экземпляре. Он очень проходимый. Клиренс должен быть у него. Клиренс, вернее, у него хороший. Он должен быть очень проходимый. Посмотрим, потом как-нибудь заедем в грязь и так далее. Если не успеем продать. Так что звоните, заказывайте у нас навесное. Всем пока.